Ну, сам напросился. Придется идти до водоема, я так понимаю. Он, конечно, сейчас устанет. Ну, или ванну. Ой, господи. Тор. Очень красивый. Ну, просто пипец. Повеселил сегодня народ-то. И маму тоже озадачил. Папа нам никак ванную не подключит собачью. Как сейчас тортугу запихивать в свою ванну, я не знаю. Он, конечно, перепрыгивает ее легко, но очень этого не любит делать. Кошмар. Собачка теперь ароматная. Со своим запахом. Фух. Ну ладно. Не, можно, конечно, дойти до водоема. У тебя что сегодня за прикол-то? Программу максимум выполняешь? Или не нравится, чем ты воняешь? Да. Ну, я не знаю. Тортик, просто тортик. Ангелочек мой. Ох. Пошли. Я не могу. Тор. Нет, не туда. С курса сбился. Тор. Мы в другую сторону еще идем. Пока еще не домой. Да ты что ж такое-то? О, господи. Ты так и будешь вонять, пока я тебя не помою. Наверное, хочет теперь избавиться от этого запаха. Сначала извозюкался в нем. А, ну да, траву поесть, конечно.